Женек, мы от лица Карамба ТВ выражаем тебе свою поддержку. Я бы хотел, чтобы таких сообщений я не записывал никогда. 30 апреля этого года в семье известного брейкдэнсера России, да и мира, Евгения Смирнова, известного как больше Рыжий, произошла трагедия. У каждого человека есть своя мечта в жизни. У Жени Смирнова была тоже огромная мечта. Он был чемпионом мира по брейкдансу. Попал в автомобильную катастрофу и сейчас потерял ногу, и врачи борются за его жизнь. Сейчас, на данный момент, друзья и семья изыскивают средства, чтобы попытаться полностью восстановить здоровье Евгения. Ну и самое главное, приобрести дорогостоящий протез, который в России почему-то не купить. Ему нужна ваша помощь. Короче, Жень, держись. Неважно, какие жизнь тебе проблемы или трудности не подкидывала, ты всегда сможешь выбраться. И вообще, я обращаюсь к каждому из вас. Несмотря ни на что, нужно продолжать работать и действовать. И несмотря на какие-то преграды, спокойно их преодолевать и жить дальше, спокойно радоваться жизни. Женек, ты чемпион. Это значит, что ты не признаешь поражение. Поэтому не сдавайся, мы в тебя верим и поддерживаем. Не сдаваться никогда. Жизнь продолжается. И чем дольше ты живешь, тем больше можешь сделать. Чем больше ты сделаешь, тем больше останешься в памяти потомков. Живи долго. Ты стал чемпионом, значит, у тебя точно есть характер. И ни в коем случае не сдавайся. Да я и абсолютно уверен, что ты не сдашься. Что бы ни происходило, главное не унывать. И всегда найдутся люди, которые поддержат. Здоровья вам, здоровья Жене. И дай нам Бог не попадать никогда. Не смей сдаваться, чувак, мы в тебя верим. Друзья, приходите 3 июня в 5 часов вечера в Walking Room на благотворительный концерт в поддержку замечательного человека Евгения. Не оставайся в стороне. Приходите. 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 Приходите.